Сегодня в Драматическом театре имени Сакена Сейфуллина состоялось награждение победителей второго тура Республиканской олимпиады школьников. С каждым годом количество детей, участвующих в олимпиадах, растет. В этом году победителем школьного этапа стали почти 2000 учеников из 83 учебных заведений нашего города. Награждение победителей в нашем сюжете. Кристина Хван заняла первое место в областной олимпиаде по казахскому языку. Любимые предметы девятиклассницы – это русский язык и литература. А еще Кристина свободно владеет государственным языком. Девушка много читает. Каждый день Кристина старается пополнять словарный запас сразу в нескольких языках. Меня с детства очень тянули русский язык, литература. И когда я изучаю предметы, я поняла, что у меня к этому какой-то талант. Я очень люблю изучать новые слова, какие-то новые языки. И поэтому именно русский язык, литература. Кроме того, и казахский язык с литературой. Кроме того, очень люблю писать сочинения, и поэтому также я выбираю языки, гуманитарные предметы. Сегодня в театре имени Сакена Сейфуллина состоялось награждение победителей городского этапа Республиканской олимпиады школьников. Она проходила по 15 общеобразовательным предметам. Поддержать победителей городской олимпиады пришли учителя-наставники, родители и местные власти. Аким города Нурлан Аубакиров лично поздравил умников и умниц и их родителей с победой. Хочу поблагодарить педагогов за их усердную плодотворную работу. Ведь успехи воспитанников – это показатели высокого мастерства, сумевших воспитать любовь к науке. Важно не только заметить тягу к знаниям, но и научить детей самостоятельно добывать их, достигая новых горизонтов. Победителям городской олимпиады и их наставникам желаю достижения новых высот и успехов. Особую признательность и благодарность хочу выразить родителям юных дарований. Вы воспитываете в людях трудолюбие, творческие начала и патриотизм. Низкий вам за это поклон. Выиграв школьную олимпиаду, ученики участвуют в городской олимпиаде, победители которой принимают участие уже в областной олимпиаде. Победители областного этапа защищают честь Караганды на Республиканской олимпиаде. В этом году она пройдет в городах Уральск и Актау. Команда учащихся города Караганды уже 9-й год подряд получает звание «Лучшая олимпийская команда». По словам педагогов, и в этом году наши ребята должны показать отличный результат. Айгерим Бухтаева, Дмитрий Оборок, Равиль Валеев, 5-й канал.